Вот настал уже тот день, и сейчас мы понесем нашего щенка к врачу. Уже, наверное, прошло больше месяца с того, как Дэнни принес щенка. Я так что вот такая большая уже стала. Грома наша трясется от страха. Да, и первый раз на руках. Гара не разрешает, чтобы он нам трогать, а потому что нас чешется. Не разрешаю трогать, пока разрешение не будет от доктора. Мы сели в такси. Я вот смотрю, я что-то доставала. Десять на. Где она? У нас Грома. Она такая вообще-то очень хорошая. Мне не видно, потому что все черные, да? Даже темно. Да, темно. Хорошо. Ну, давай. Все. Я у нее спрашивала, у нее есть... Вот есть такие вот разные вещи на носу. Это не собака. А, ну, дорого. А то в том, где памперсы покупали, 85. Здесь доктор Холоп. This is fine now. Are you one of which? Да. She's scared because not go outside. But it's the first time I take her with my hand. I mean, usually I was the... The gloves. Yes, here a little. I put here the cream. Mm. Mm. Ah, she's better. She's totally better. But what you see, I mean, we can contact with her? With precautions. Still with precautions. No, I mean, till now she stay in the balcony. I come, I clean her, I wash her, I feed her. And now it's 5 weeks? We bring for you her at 28th of June. 28th June. Today is 3, so 3rd of August. 2nd of August. Okay. She's fine, she's totally fine. Боишься. Till now I give her this vitamin. What Грома. Нет. Strange, when you give her the medicine, she starts to make your teeth like this, she bites. What do you see? She's fine. You look, it's the girl. It's a girl? Yes. Hey. She little, you know, nervous. Maybe from, she have like... bad memories, she not so... she was not so good. But now she acted, she broke all shoes and she lay, run in the balcony all the time. Mm. Roma! Roma! Doctor даже боится. Даже Грома боится. She even scared to go outside from the balcony, you know, because she not entered to the apartment at all. And me only to contact with her. Да. Kids just watch her from the balcony. Нет, не трогай. Не бойся.
Иди сюда. Иди, спрашиваю доктора, можно ли детям трогать ее. Но доктор говорит, что она нормальная. Как бы она... Сейчас спросим доктора. Горемыка, да, ты немножко освоилась, да. Ты немножко освоилась. Не трогай. Не трогай. Да, да, да. Да, да. Мы же едем у нас ботинки. Да. Вот если да, кинским пальчиком. Yes? Ага. Все, доктор сказал, что мы, можно трогать. Ну давайте трогать. Да. Вон touch her from the wound. Да, Грома. Потрогай, потрогай, не бойся. Все равно. Леона Дорозновская. Yes, it's and no hair. No hair. Доктор говорит, что помните, говорит, у нее не было кожи. Кожа вся была такая. И волос не было, а сейчас уже и волосы, и кожа. Да, ты освоился уже, ты освоился. Да, уже можно гладить. Погладь, Бей. Да, ты благодарная. Ты благодарная. Если он будет окусить меня. Нет, он не будет. А же ты же скучала, можно оставить домой. Да? Да. 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 Как ты разговариваешь с кем? Доктор в зале? Да. Да. Ты красавица. Он хочет давай лапу. Да, ты лизун, давай лапу. Да, да. Да. Что? С доктором. Да, сейчас узнаем по поводу инъекций, какие инъекции нужно будет сделать от чумки, от бешенства. Очень красотка. Ну и спросим, конечно, по поводу гуляния. Он спросил, можно погладить немножко, и ноги попахнут. Да, иди, иди. Да, заходи. I watched the blog. Thank you for the nice words. What? I watched the blog, the last episode that you when she was sick. Yes. Thank you. Thank you because you not charge us with the treatment. You remember? No problem. Shukran. Доктор сказал, что можно сейчас сделать прививку от чумки и от бешенства, я так понимаю. Или он как-то их разделит. Горис, кошки маленькие. Да, смотри, Горис. Кошка, девочка такая. Какая красавица. Она пахнет у меня. Да. Побежает муж. Такой стал большой. Кус такой большой стал. Я попробовала. Есть кичачуга. Это залезает соток, да? Да, 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 да. Ты молодец. Ты все вытерпела. Она хотела же все. Да, да. Она хочет укусить. Не смертно укусить хочет, просто играет. А, можно еще посмотреть вот эти вот шлейки. Ой, да, да, есть тут вот такая не надо. Или вот есть вот такие ошейники. Есть вот такая. Нет, это самая острая наверное, собака. Наверное. Может быть, вот такая? Видите, они быстро ломаются. Да. Угу. Ага. Скелет. How much you eat?
Одинок чекает? Самого яйца боится даже. Six kilos. Six? Ой, какие это. But what do you see about her back and the tail? I will check now. Да. А почему? Кошка. Смотри, кошка. I think it's totally better. She was squirting. It's all new skin is. But this one not dangerous. But you can still put the cream on. You can still put the cream on. She's scratching it. Sometimes. Okay. I will give her another dose of the injection. For the mange. For the mange. And this will be the last thing. Okay. And now we will take about the mange, and next time we will come to you about the vaccine. Vaccine next time, yes. If you want the vaccine here now, I prefer not. No. I prefer okay. Not. Still under the effect of the anti-parasite. Mm-hmm. Да, смотри, как кошка открывается. А why you cut the hair? Because of the heart? Because of the heart, yes. And because of the fleas. Барбут? Барбут, yes. Сейчас последнюю сделаем укол, второй от клещей. И в следующий раз мы сделаем прививку уже от бешенства и от чумки. Two times or one time only? The vaccine is two times. Yes. Two weeks apart. Mm-hmm. Each other. And after that, the rabies vaccine. Mm-hmm. And in this time she cannot go outside for the walk. Yes. Now she can go outside for the walk. Now she can go. Can go? Yes. So then you actually already had the immunity from the polio. No, I was walking on a farm, so I. Все хорошо. Stay home with you? No, he. Someone took it from 5 years or something. It's big. Доктор, is it big? A little bit, but she won't escape it. If she won't, she will. If she won't, she will. She should not be put home. Большая. And she will grow more like in 2 weeks or 3 weeks she will be bigger. She will be normal. Important thing that she not run from us. But I think no. No, she won't. No, she will not. Try. Давай, попробуй. Да, я хочу с ним говорить. Important thing to make a walk in the street. Пойдем, уже. Пойдем. Не бойся, не прыгаешь. Она боится. Никуда не иди. Ну все, мы вышли от доктора. Купили ей шлейку. Доктор сказал, что можно нам уже начинать питаться сухой едой, что для меня как бы спасение, потому что я замучилась этой едой. Вот. Ну и все как бы прекратить вот этот зиртекс и прекратить мазать. Доктор сделал укол и еще один. Ну и все. Как бы все нормально. Через 2 недели мы будем делать укол от
от чумки, и потом еще через 2 недели мы будем делать укол от бешенства. Вот как-то вот так. Спасибо большое доктору. Доктор с нас взял деньги, 40 паундов только за вот этот, за шлейку, за вакцину. Доктор не взял ничего вот этого от клещей. Спасибо, доктор, огромное вам. Спасибо. Доктор, thank you so much for your treatment, for the dog treatment. Доктор, thank you so much for the dog treatment. Thank you for your help.